Четыре человека погибли, еще двое серьезно пострадали из-за обрушения моста в Калининграде. ЧП произошло во время проведения демонтажных работ. По предварительной версии, строители находились на мосту и разбирали опору, когда он рухнул. На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, полиции и скорой помощи. Полиция выясняет, строители какой компании проводили работы. Добавлю, Берлинский мост построили в 1938 году, когда Калининград входил в состав Германии. Последние 20 лет все его конструкции находились в аварийном состоянии, а сам мост эксплуатировался с ограничениями. Разбирать его начали в ноябре 2014-го. Подрядчик должен был снести старые пролеты, чтобы установить на них новые.